Привет, зритель! Сейчас будут пустые баночки марта. Ну, некоторые из них не совсем пустые. Я думала, что они закончатся в марте, но там, видимо, осталось еще на пару раз в некоторых местах. В общем, это у нас пробиодерм. Скраб для лица пробиотический для всех типов кожи и всех возрастов. Номер 13, 50 мл. Это когда-то со мной компания Bugsdraft, которая как раз это и производит, эту марку косметическую пробиодерм, и попутно еще закваски производит, сотрудничала где-то в январе. И вот у меня осталась одна из трех средств. Другие два уже были в пустых баночках других месяцев. Вот эта вот штучка. Очень хорошая. Скраб для лица пробиотический. Тут отличный состав. 98% компонентов натуральные. Если вам хочется более подробный обзор этого средства, то есть отдельный ролик этому посвященный косметике пробиодерм, который я тестировал тогда 10 дней. И есть отдельный плейлист Bugsdraft. Я ссылочку оставлю в видео. И если вам действительно интересно, можете идти и глянуть. Заодно просветитесь. В общем, очень классное средство. Там буквально вот осталось, я думаю, на раза 2-3, потому что, в принципе, просто ощущается, что он слегка полегче стал. И очень классный скраб. Я, правда, им не каждый день уже потом пользовалась, когда вспомню, или там вот иногда 2-3 раза в неделю, иногда вот раз в неделю, как получится. Но очень хороший, он действительно вот с первого применения эти сухие кожанки сушеные удаляет. Дофига сразу. Вот смыли его водой, и он смылся вместе с этими кожицами сушеными. Вот он. Такой вот я сейчас не буду выдавливать, потому что оттуда что-то может выдавиться. Но очень удобный. Флакончик хорошо держится в руке. Мало места занимает. И экономичный. Ну и очень натуральный состав. Так. Я ссылку в описании к видео оставлю на магазин Bugsdraft. Так что, если вдруг кому интересно, можете заказать. И да, средство 330 рублей, стоит 50 мл, но у них часто акции какие-то бывают. Так что, в принципе, для очень хорошей косметики с таким натуральным составом это нормальная цена, бывает и дороже. У меня практически все выдавилось. Тут уже совсем вот я сегодня выдавливала. Еле-еле. Ну, я думаю, что можно вот это отстричь, все оттуда выскоблить. И оно тогда совсем все доделается. В общем, тут, может, на 1-2 выдавливание осталось. Очень экономичная пенка для умывания. Хорошо смывает макияж. Корейская пенка Мизон. Это был подарок от подписчика, который мужчина, и он сам ей пользуется. Так, поэтому могу сказать, что если вдруг меня мужчины вдруг смотрят, ну мало ли какие мужики смотрят пустые баночки в надежде что-нибудь интересное для себя подцепить в плане информации. Короче, если вас не параноит, что вы там какой-то косметикой уходовой вдруг пользоваться начнете. Ну, некоторые вот после бритья там каким-то лосьончиком кожу протирают, кожа хорошо и вам нормально. И вы с винтусом не слывете, скажем так. Короче, универсальная для мужчин и женщин пенка от Мизон, корейская, очень экономичная. Она до августа вообще 2020 года, и если бы я про нее, допустим, ненадолго забыла, то, может быть, до августа она бы дожила. Я ей умывалась, я ей смывала свои эти блески бальзамы, иногда гигиенические помады, которые ощущаются. Вот бывает, что вроде все нормально, а иногда вот просто ощущаешь ее на губах по приходу с улицы, допустим. И хочется очень смыть. И вот совсем чуть-чуть, вот половинка ноготочка моего. Если чуть побольше, то просто заколебетесь это смывать. Она хорошую пену дает, кожу не стягивает. Вообще отличная пенка. Спасибо тебе, Влад. А, вот тут я сейчас почуяла, что вот здесь еще можно надавить, и оно еще выдавится. Так что, может быть, оно на первые дни апреля у меня даже еще останется. Но все равно это пустая баночка марта. Отличная пенка. Я, правда, не представляю, где он ее заказывал, но я думаю, что можно в интернете загуглить этот Мизон. Она, по-моему, с улиточной какой-то слизью. Не будет вам счастья. Коробочку от нее я уже выкинула. Она мне долго жила, я еще хотела оставить для пустых баночек. Но что-то как-то я уже, по-моему, утильнула. Оно не закончилось, но что-то у меня уже вот как-то оно встало, я про него настолько стала забывать, что как-то однажды я его поставила на видное место, чтобы, ну вот, пойду с влажными волосами, буду их расчесывать, капну на щеточку, и будет волосам счастье. И по ошибке без очков
взяла и выдавила вместо крема для ног. В итоге я его стала юзать как крем для ног. И почему он в пустых баночках, но еще не доделанный? У него срок годности, я вообще, честно, мне где-то вот казалось, что там до 2020 года он был, до какого-то числа. Но я этот срок годности уже благополучно потеряла. Плюс я тут как-то еще потом почитала состав, и я-то думала, что тут ну конкретно такое масло макадамии с кучей других масел. Но там есть это... парафиновое масло, я как-то не очень в курсе, что делает парафиновое масло в маслах остальных, и вряд ли оно особую пользу волосам несет. Конечно, волосы с ним были хорошие, все такое, но были моменты такие, что вот у меня эта прядка где-нибудь в волосах внезапно встречалась, все высохло, а одна прядка масляная очень, ну как-то ну, не то не сё, картину портит. Лишний повод всяким идиотам в комменты повопить, что у меня там волосы грязные, да? Это был подарок от подписчицы Алены, у нее отличный блог про путешествия есть в Инстаграм и на Ютуб. Алена Дискавери, кажется, называется, возможно, и там, ну, я постараюсь ссылку в инфобоксе на нее оставить или в самом видео на ее канал, в общем, кому интересно, гляньте. Это у нас DAF фирма, ну и африканская макадамия масла. 100 миллилитров. Оно после вскрытия жило 12 месяцев. Но оно как бы у меня давно уже открыто, по-моему, 16 или 17 год, когда она мне посылала посылку, честно, не помню. Конец, наверное, или 16-го, или конец 17-го. Давно, в общем. И как бы запах не изменился, ничего, но вот что-то я его давно уже не пользую на волосы. Хотя оно очень экономично, буквально капельку надо. Ну и, в общем, оно очень хорошо ушло на ноги. У меня эти пятки мои, которые в некоторых местах, вот прям... Мне скрабировать их сейчас нечем, а скрабик сделать для пяток мне как-то религия запрещает. Точнее, все как-то лень. Нет того вдохновения именно, чтобы сделать чего-нибудь своими руками для тех же пяток поскрабировать. Поэтому вот оно очень хорошо увлажняет пяточки. И вообще универсальное, можно сказать, масло. Всем вот этим вот средствам, которые вроде еще не закончились, но уже в пустых баночках, пятерочки и плюсики. Я думаю, вы не против, если я хоть здесь чаще сглотну. Заодно порекламлю. Я его тут заварила. В обзоре-то я его как бы показывала отдельным пакетиком. Да, кому интересно, вот тоже ссылочка на плейлист или на отдельный ролик из чайной коллекции. Японский чай. Он же, кстати, на канале. Очень напоминает Формозу Оолонг китайский. И с молоком еще вкуснее. В общем, мне буквально сегодня закончилась Дом Фаберлик косметика для уюта дома. Концентрированное средство для мытья посуды. Лимон и мята. Честно, я не заметила там аромата лимона и мяты. Но эффективен против особо сильных, стойких и жировых загрязнений. Подходит для мытья детской посуды. Детскую посуду я не мыла, у меня ее нема. Ну, как бы у меня, может, есть детская посуда, но у меня нет тех, которые... бы юзали эту посуду, чтобы она была уже полноценно детская. Очень хорошее средство, экономичное. Мне хватило ровно на 3 месяца. Это подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Большое тебе спасибо. Вообще очень классная вещь. Я про такое раньше слышала в других обзорах у блогеров, но я как бы сама не пользовалась. Ну и тут от нуля плюс он подходит. И я его сначала разбавляла. В отдельный, скажем так, флакончик наливала, а потом что-то как-то я не прониклась этим разбавлением, и Лёлька сказала, что она как бы сама его не разбавляет, и, в общем, я его уже не разбавляю, пользовала. Он более экономичен, чем, допустим, тот же Фэри, тут 500 мл. Я не помню, насколько Фэри, может, мне на пару месяцев уходил, может, на 2,5 месяца вот этот 450 мл флакончик. Но обычно вот Фэри или каплю на мою горку или среднюю горку или полгорки посуды на губку выкапываешь, и надо потом добавлять. А тут вырежешь, и как бы хватает всю эту горку, полгорки или типа того домылить. Хорошая вещь вообще, но это да, Фаберлик. Тут номер сейчас, если увижу, то скажу. А вот номер 111-93. Чистота и блеск, легко и с удовольствием. Он у меня отмывал на плите какие-то такие пятна, которые я иногда что-то готовлю так, и у меня так раз и пятно, и на которое, допустим, фэри капля сорти не справляется, или там фиговина для мытья плиты надо подождать приличное время, а он так быстренько отмывал. Очень хорошая штука, она мне очень понравилась. Там буквально осталась пара капель, я чисто долила воды, но вот сегодня я мыла посуду, и он... вместе с этими парой капель все вышло. И флакон довольно удобный. Тут вот приличный такой дозатор. Ну, в смысле, небольшой.
При этом небольшой и не маленький. Удобно. И в руке держать, и наливать, и стоит. Места много не занимает. В общем, классная вещь. Я от нее в восторге. Спасибо тебе, Лёля. Я не знала, что у Faberlic такие прекрасные вещи есть. Тут будет не совсем пустая баночка. Там чутка осталась. Это мне перед днем рождения чувак какой-то, который меня то смотрит, то не смотрит. Зритель. С именем. Сначала его звали Максим, потом его звали Сергей. Или наоборот. Фамилию не помню. Из той же местности, откуда этот крем делается, задарил. Один, наверное, будет в глубине сибирских рук пакетика. Это вот первая часть. В общем, это у нас аптечная серия ГУ ПАО «Фармация России Архангельск». Архангельская аптека выпускает крема, которые живут неделю. Неделю, 6 месяцев они живут. Они дофига натуральные, но иногда в них вставляется то, что вообще как бы там ни к селу, ни к городу. Сейчас я скажу, что тут у нас ни к селу, ни к городу. Я чисто прочитаю состав. Масло ши, алоэ сок, масло абрикосовое, масло миндальное, масло какао. Спермацет – это какая-то там фигня, которую выделяют в... Извлекают, кажется, из китов. В общем, веганам оно не подойдет и защитникам животным. Я вообще не понимаю, зачем этот спермацет. Потому что все эти масла, они сами по себе немножко консервирующим эффектом обладают. Витамин Е, витамин А, витамин С. Вот эта вариация, она с какими-то крупинками. Я и пользовалась в основном как крем для рук или как крем для ног. И сейчас у меня кожа на руках вообще жуть. Как-то я так прослоупочила момент, когда я их умудрилась, эти руки и кожу на них, обветрить. И попутно еще и посуду не всегда удавалось мыть в перчатках. Ну, в смысле, думаю, ой, сейчас эту чашечку быстренько помою, остальное потом так не заметил. Через полчаса всю посуду вымыла без перчаток. Номер партии 206. Сделано у нас 19 декабря прошлого года. Это у нас крем для лица увлажняющий. Я не знаю, как у них этот крема для лица. Вот такие и еще подобные, которые дальше будут. Он очень плотный, очень тяжелый для лица, даже чисто как увлажняющий на ночь. А это, так понимаю, дневной. И марка называется «Крем Ми Мой Крем». Крем для меня или что-то в этом роде. У них есть сайт отдельный, я погуглила, мне просто интересно было, что это такое. Опустим мои вопросы к тому товарищу, за хрена он мне это подарил, не спрашивая, какая у меня, допустим, тип кожи и надо ли это мне. Ну да, крем для лица увлажняющий, как я уже говорила, но... Будем считать, что человек по доброте душевной решил сделать что-то приятное, опуская всякие подтексты и намеки. Я вообще все подарки от зрителей или там просто от людей каких-то, ну вот кто меня смотрит, подписчики, вот именно в этом плане какие-то такие подарки даже не всегда нужны, не всегда к тему или те, которые с подтекстом каким-то, намеком или еще что-то воспринимают так, как человек хотел сделать приятное с его точки зрения, это именно то, на что у него хватило, допустим, фантазии, да, потому что есть действительно к месту, вот вещь очень хорошая, спасибо, Лёля. А есть нахрена козе баян, она и без баяна по деревьям лазает. Короче, тут осталось, я даже не знаю, что с ним делать, наверное, выкину, потому что там какие-то такие крупинки, эти крупинки, даже если вся остальная масловая масса, масляная масса, скажем так, на руке, на коже растворяется, то эти крупинки все равно остаются. Не знаю, в чем прикол, хранила я его вроде более-менее нормально. Да, его лучше хранить в холодильнике на дверце. Но у меня в холодильнике температура, сейчас скажу, какая тут, минимально-максимальная. Там у меня еще и брошюрка была с записью товарища. Ну, брошюрка где-то лежит. Так. Не ниже 5 градусов и не выше 20 градусов. Ну и без непосредственного воздействия солнечного света. У меня иногда ниже именно температура в холодильнике. И не всегда именно выше 20 градусов, допустим, вот в коридоре там 19, может быть, иногда на кухне бывает эти 19. Короче, как-то вот по большей части условия хранения соблюдались. Тут уже все маслом как-то уляпалось, благодаря мне, наверное. Но что-то вот он изначально был с крупинками, я как-то не просекла прикола. Ну и да, вот может там для какой-то очень супер сухой кожи он нормально. Но у меня, конечно, смежного типа кожи, и местами очень даже сухая бывает, но он очень тяжелый. Я чисто пару раз попробовала на лицо нанести. Вот на руки хорошо, на ноги хорошо, на ногти отлично.
Так. У меня закончилось, его хватило практически на 2,5 месяца. Ну, чуть побольше, чем на 2,5 месяца. Где-то числа 20 марта он закончился, наверное. Или где-то так. Дом Фаберлик, косметика для уютного дома. Мыло для кухни, устраняющее запахи. Действительно устраняет запахи. Аромат зеленого чая, но больше напоминает, знаете, такой зеленый чай раньше был у Конфуция. То есть, кто увлекался чаями, допустим, как я, или тип того. И вот листья лотоса и зеленый чай, или зеленый чай с лотосом. Вот что-то такое, там как бы нотки какого-то шоколада немножко чувствуются, но это не зеленый чай аромат совершенно. Но он очень экономичное мыло. Оно можно, я им руки мыла, совсем чуть-чуть выдавливается. Оно, конечно, до хрена не пенилось, но именно за счет того, что оно какой-то вот такой интересной консистенции, и руки можно было помыть, пены много не было при этом. И вот тут вода осталась, я просто окачивала, чтобы все остальное уже выдавить. И можно было ножик там помыть, как вот написано тут, типа ножи эти, досочки, если там мясо какое-нибудь, рыбу или лук разделывал. И чеснок, и все, вот чесночницу, которую я давила, чеснок как бы очень хорошо запахи удалял, хорошо как бы это все мыл. Пару раз я даже мыла посуду, потому что мне было лень выдавливать из большого тюбика, а это было рядом. Я нажала сюда на губочку совсем чуть-чуть и вымыла всю свою горку посуды. Отлично, мягко, эффективно моет, не раздражает и не сушит кожу рук. Действительно, все так. Ну и тут 300 мл, номер у нас 112-12. Вот, это тоже Фаберлик. Тоже от Лёли отличное вообще средство. Большое тебе спасибо, мне очень понравилось. Ну и вам советую. Ну, кстати, я вот впервые именно от Лёли, благодаря вот этому мылу, узнала, что бывает мыло для кухни отдельно. А не просто там какое-то мыло, которое можно и на кухне поюзать, да, еще мыло для кухни. Внезапно. У меня оно закончилось. У меня там рассохлось мое это ифрашевское мыло, про него отдельно поговорю. Ну и, в общем, пришлось мне достать еще одно мыло. Мыло туалетное, аромат весенней свежести, жасмин. Очень классное мыло, мяконькое такое. И я ему, так как у меня гель для душа закончился раньше чуть, чем я планировала, то я им его использовала и как гель для душа, тушку помыть вообще шикарно. Ну, раньше, допустим, вот, когда не было всех этих, или не очень было, или просто не было этих гелей для душа, были же просто мыло, и детским мылом, допустим, мыли тушку, и все ништяк. В общем, хорошую пену дает, не особо стягивает кожу, если на полностью тушки, потому что у меня местами, видимо, кожа где-то на спине, наверное, сухая, на ногах не особо сухая, как-то так. Руки тоже хорошо мыть, хорошую пену опять же дает. Удобное, небольшое такое само по себе, хотя тут 90 грамм. Это тоже подарок от подписчицы Лёли из Тюмени. Большое тебе спасибо, очень классное мыло. Всегда практически полезные подарки от тебя. И вот оно у меня в пустых коробочках, баночках. А нет, слушайте, люди, я, оказывается, сохранила, я просто на дно ее пакета зафигачила. Это вот та самая коробочка фирмы Мизон от этой пенки. Вот так вот выглядит эта коробочка. Тут у нас даже слегка по-русски. Улиточная восстанавливающая пенка Мизон. Пенка с фильтратом улиточной слизи мягко очищает кожу. Так, применение после умывания. Нанесите пенку на лицо массажными движениями и смойте водой. Производитель Косонко ЛТД. Поставщик Михеенко Елена Владимировна. Город Владивосток. Так что, если вдруг увидите, где вот в сети. Так, сейчас я вот просто покажу, как она выглядит. Вот так вот, отсюда. То можете себе заказать. Возможно, она дофига стоит, как любая косметика корейская. Но она как бы очень экономичная. Как любая косметика корейская. Вот у меня сейчас зубная паста в использовании корейская. Она очень экономичная. В общем, очень классная пенка. Еще раз спасибо, Влад. Тут, возможно, есть какой-нибудь сайт. Ну да, www.mizon.co.kr. Сделано в Корее. У меня просто тут пакетик еще с пустыми баночками еды. Сегодня я их тоже планирую записать. Это у меня закончился. Я не знаю, тут сколько этих пустых баночек именно от Лёльки будет. Avon Senses, парфюмерная коллекция. Нежная любовь в Париже. С ароматом розы, ириса и нотами янтаря. Крем-гель для душа. Вдохновлен парфюмерией 500 мл. Я его летом начинала пользоваться. И вот он у меня за март практически весь закончился. Тут, ну, может, чуть меньше половины было. Или половину, точно не помню. 12 месяцев после вскрытия, 500 мл. Очень мне нравится аромат. Он мне напоминает ирис нуар. И вот все такое с ифраше снятое уже.
Очень классный гель. У меня, по-моему, таких уже было 2 или 3. Один мне дарила тогда моя знакомая девчонка, бывшая, уже, можно сказать, знакомая. Потом 2 или 3 дарила Лёля. В общем, спасибо тебе, Лёля. Очень классный подарок, очень классный гель. Очень классный аромат. Но если вы любите вот подобные ароматы с этими нотками ириса, розы, янтаря, то я вам советую. Ну, а если не любите, то попробуйте. На холодное время года вообще очень классное. Хотя вот, ну да, у нас, по-моему, в прошлом году лето было какое-то специфическое. Наверное, как раз в тот момент, когда шли дожди и было прохладно. Вот я как раз им тоже пользовалась, этим гелем. Очень-очень классный. Во, пустой пакетик. Вообще, на самом деле, оно сейчас в использовании на кухне вместо этого мыла, которое для кухни было. Это просто как бы мыло, но чтобы руки помыть, потому что у меня есть такая фишка, я мою посуду в мыльном растворе, да, вот. А потом мне надо руки помыть с мылом после того, как я помою посуду. Ну, это если я, допустим, без резиновых перчаток мою. Это у нас Avon Senses. Чайная коллекция, энергия ци, зеленый чай и вербена, туалетное мыло, 75 грамм. Очень классное мыло, приятный такой аромат, благодаря тому, что у него такой офигенный аромат. Это тоже подарок от Лёли. По-моему, из ее вот этой новогодней посылки. Лёля из Тюмени, подписчица. И там вот такой же был гель у нее в посылке. Я как раз его подправила на апрельская уходовая косметика. Но я, правда, его еще не открывала. И вот пользуюсь немножко другим гелем. Ну, другим средством, скажем так. Вот это вот мыло я вот юзаю на кухне. Очень классное, вообще шикарное. Честно, я им даже один раз помыла посуду. Мне тупо было интересно. Вот оно на губку намылится, как бы от пена. Оно ничем не уступает вот этому товарищу, разве что только оно в твердой форме, а это было в жидкой форме. Очень классное мыло. Особенно аромат. Совсем чуть-чуть еще так запах остался в самой пакетике. Что вот. У меня закончились духи. Summer White Sunrise, сиреневая крышечка. Я не знаю, они еще выпускаются Avon или нет. Это у меня когда-то было в поменяшках, когда я еще не делала видеоблоги на YouTube. Ну, не вела канал именно в этом плане. Когда канал у меня был чистый аккаунт для сброса всякого творческого видео. А я сидела в одной группе ВКонтактике. Они назывались Айриски, еще как-то, может, они до сих пор еще и живы. Ну и у меня были какие-то обмены с некоторыми девочками на тот момент. И вот те духи, которые я выбрала, они для меня пахли ванилью. И вот последнее время они как раз были ароматы на март. Он был в ароматах на март. И он у меня закончился где-то, ну, может, в середине марта. Очень классный аромат. Вот сейчас так он у меня открывался на мне на улице, таким унисексовым немножко ароматом и слегка напоминал Эрис Нуар и Фрашевски, которые сняты. Сейчас я открыла крышечку, и для меня он пахнет исключительно Эрис Нуаром, именно вот этим вот, и Фрашевским. Очень классный, я не знаю, если бы Avon он еще выпускается, я бы такой себе заказала. Но у меня, правда, сейчас очень много всяких духов, благодаря зрителям, в основном благодаря Лёле из Тюмени, вот у меня просто... гора этих духов. Не тонна, конечно, но практически целая полка. И очень классно. И меня что-то в последнее время тянет на ваниль, но ваниль на мне открывается как-то по-странненькому. Необычно. Может, он не очень стойкий был, но не знаю, может, на 3-4-5 часов его хватало. Это обычно туалетная вода была. У меня закончился гель для душа, который я заказывала в Фраше в этом году. Это обновленная линейка хамам, традиции хамам. Это у нас, кстати, он был сделан в России под контролем Франции, но при этом очень качественно сделан, хорошую пену давал, классный аромат, долго держался в ванной, на губке и на теле. 12 месяцев после вскрытия, 200 мл гель для душа и ванны с органией и розой, традиции хамама. Органия био и роза био от экоответственных поставщиков из Марокко. Это я вчера погуляла немножко поздно вечером по ветру. Не совсем так, как надо одетая. Ну и у меня еще на балконе окно открыто. Так что вы не думаете, это не тот кашель, которого, возможно, многие боятся. Короче, этот еще на солнце бывает чихаю.
Иногда людей некоторых пугаю. Увидит мой нос солнце и начнет чихать. Короче, мне очень нравится аромат вот органи и розы, вот этого хамама традиции. И вот то, что они гелик такой выпустили, очень классно. Я так знаю, что там, по-моему, 400 мл, возможно, еще такой формат. Тут 200. Я хотела его использовать как пену для ванны. У меня что-то все в этом году руки не доходят для пены для ванн. По-моему, ванну я принимала в этом году один или два раза вот от силы. Что-то мне все как-то по душам. До сих пор еще пахнет от флакончика. Тут что-то вот... Я, наверное, водой его окачивала. Тут уже все вот что-то болтается. Спасибо мне, что такое счастье купила. Классная вещь. Но это, если вы любите такие ароматы, то вам советую. Так, в принципе, хороший гель для душа. У меня вот закончился очередной флакончик Green Mama матирующий тоник от лица, пардон, от лица, для лица от расширенных пор и черных точек с морскими водорослями. Морской сад 100 мл. 4 месяца после вскрытия. Он мне приходил в подарок за заказ от Green Mama. Мне вообще очень нравятся такие вот тоники. У меня остался один флакончик еще. Сейчас уже в пользовании. И в 125-й раз говорю, у меня нет расширенных пор. Когда-то, возможно, было совсем чуть-чуть. И черных точек вообще никогда не было. Даже не представляю, как они выглядят. Но именно вот у него какой-то такой эффект, что мне нравится им пользоваться. Он может немножко как-то стягивать где-то кожу. Ну, он не сушит, но какой-то такой очень интересный эффект, он мне нравится. В общем, если у вас проблема с расширенными порами и черными точками. Одна моя знакомая в свое время подобным тоником излечила свою жирную свою кожу с расширенными порами. Вот так что я вам советую. Ну а если у вас просто кожа спешенного типа и вы хотите попробовать, почему бы нет. В таких флакончиках он уже не выпускается. Сейчас идет во флакончиках по 200 мл. Ну, тоже, в принципе, и этого-то хватает месяца на 3 или около того. Ну а 200 мл, я думаю, хватит на подольше. Вот это вторая баночка. 9 декабря сделанная, тоже от фармации, это Архангельская аптечная сеть, делают они там небольшим количеством, прямо в аптеке продают. Сколько мне известно, чисто вот в Архангельске это можно купить. Тут у нас ночной крем. Кстати, там не прочитала, что он делает. Если вдруг ваша кожа такие жирные крема принимает, увлажняет, восстанавливает кожу, гармонизирует движение влаги в коже, сглаживает микрорельеф. А тут я вот это я не поняла прикола, в чем прикол. Конечно, какая-нибудь феерическая идиотка мне в комменты потом напишет, сначала обидевшись на феерическую идиотку, потому что среагирует именно на эту фразу, а потом скажет: «У тебя носогубки, слушайте, я тогда так запарилась этими носогубками». Я свою тетю спрашиваю: «Слушай, у меня что, носогубки, что ли?» Во-первых, я про них узнала, что это за носогубки. Она говорит: «Ну, говорит, вот я как бы строение лица». Потом я нашла фотку 15 лет меня, сравнила эту фотку со мной теперешней и поняла, что это действительно просто строение лица. И то, что мне вот прям вот, ну, прям офигеть, какие носогубки. Потом глянула в интернете, как это выглядит в реале. Мне потом еще, наверное, месяц в Инстаграме посылалось методом тыка-поиска, что типа вы вот это смотрели, оно будет вам интересно. Типа как избавиться от носогубок, я вообще в афиг впала. Короче, я не поняла прикола от того мужчинки. Питает он, омолаживает, увлажняет и тонизирует кожу, борется с возрастными изменениями, разглаживает морщины. Рекомендуется для ухода за чувствительной кожей. Но он угадал только с чувствительной кожей. Но мне кажется, когда человек тебя мало знает и хочет что-то такое сделать, во-первых, это неэтично и некрасиво так дарить такие подарки. Во-вторых, это делают тогда, когда вот ты реально знаешь человека, ну или хотя бы спрашиваешь. Вот, допустим, как подписчица какая-нибудь, которая не только языком треплет, но и делает, спрашивает у меня, я говорю, и вот действительно так случается. За что вам спасибо. А те, кто тратит чужое время, однажды вы потратите свое, точнее, однажды кто-то потратит ваше время, и вы будете очень недовольны, но не поймете, за что с вами так случилось. Но не будем о неприятностях. Короче, наносить на чистую кожу лица и шеи на ночь. Он как крем для ног такой отличный был. Он как крем для рук такой отличный был. Но я не поняла прикола, что его на лице делать. Я чисто как-то... У меня был нос шелушился вот здесь вот. Я намазала, и даже носу было тяжело. Уж не знаю, как он там морщины бы удалял.
Ну, может быть, вот именно для тех, у кого вот эта кожа уже на пенсию ушла, скажем так. Но тут у нас вот тоже не очень догоняет. Тут момент такой, вот как бы натуральная аптечная серия, да. В некоторых... Я сейчас поняла, что сейчас популярно в России выпускать эти косметики ограниченным тиражом или небольшими партиями, или еще что-то в этом роде. Ну, в принципе, тираж партии практически одинаково. Но суть такая, что вроде как у всех закос под натуральности, где-то две трети из них, точнее, одна треть из них действительно натуральная. Вот тут, допустим, где она у нас? Тут в роли консерванта выступает маленькая фишка Экоцерт. Оно же раньше использовалось в некоторых продуктах Green Mama. Это для веганов подходит. Натуральная специальная хренотень консервант. Типа для зеленой косметики, зеленая в кавычках. Ну, именно вот такая натуральная косметика. И потом, как бы масла вот эти все растительные, они своего рода выступают уже консервантами. Тут же у нас масло персиковое, масло миндальное, масло оливковое, вода очищенная, воск пчелиный. Натрия, тетраборат – это какой-то там консервант или что-то в этом роде. И Шарамикс 708, я посмотрела в интернете, это тоже какой-то химический консервант. Ну зачем он тут? Тут уже масел хватает. Я потому что делала себе косметику именно свою, вот, как бы для себя и крем для ног делала, и крем для рук. И вот на основе кокосового масла и воска пчелиного, и даже меда. И вот, в принципе, оно уже держит форму, там уже ничего не надо. Но может жить эти полгода в том же холодильнике, ему все будет ништяк. И оно не испортится, никаких-то там свойств не потеряет. Ну вот тут везде суют. Там вот что-то вот совсем... В общем, я не знаю, что это. Если вы фанаты вот такого, то... Ну, можете просто чисто попробовать для себя номер партии, кстати, 198. Полгода тоже живет. Ну что, спасибо тебе, чувак, я вот обозрела этот крем. Люди узнали о такой косметике. Так, это не то. У меня закончился Green Mama, крем для сухой кожи рук, масло календулы, точнее масло смородины и календула. 100% натуральное эссенциальное масло. Отличный крем на все времена, всегда. Вот, ну, один из лучших кремов Green Mama. 100 мл 6 месяцев после вскрытия. Единственное, у него консистенция слегка изменилась. Раньше был более плотный, сейчас более жидковатый. Ну, не настолько жидкий, но чуть менее такой вот. До сих пор хорошо увлажняет кожу. Но если у вас кожа в стадии, как у меня, то он не поможет. От него будет ни холодно, ни жарко. Но если у вас просто сухая кожа, еще не успела вот до такой стадии дойти, то, хотя у меня сейчас более такая лучшая стадия, то... Как вот чисто профилактика для суперсухой кожи, он очень хорошо подходит. Отличный крем. Я, кажется, его покупала по сертификату от подписчицы на Green Mama. Ну, в смысле, именно как вот Green Mama-овском сертификату. Возможно, тут можно отрезать и выдавить все, выскоблить все остальное. Я, конечно, попробую, но вот все, что я могла, я выдавила. Раньше у них крышечка снималась, откручивалась, и он был зафольгирован. Сейчас вот он был просто такой... Пленочка или чем-то так покрыть. Ну, в общем, открывала я его первая сама. Удобный дозатор, хорошая крышечка. Единственное, что вот, чтобы все выскоблить, придется из него срезать верхушку, потому что так вот уже там может что-то осталось, но не выдавливается. У меня закончилось. Последнюю свечечку на днях сожгла. Так, это у нас арабика, свечи чайные, ароматизированные, сделанные в России. 9 штучек. Русская свечная мануфактура. Я даже не знала, что такая существует. Вот благодаря Лёле из Тюмени, это, кстати, ее подарок, узнала. Хорошие свечки, пахли таким вот, ну, не чистым кофе, вот как кофе, допустим, с молоком, что-то вот такое, но очень классно. Иногда они меня действительно бодрили, иногда просто вот как-то фоном горели, ароматик такой шел, и очень хорошо было. Тут у нас парафин, воск, краситель, ароматизатор, хлопок. 9 штучек. От 3,5 часов, ну, короче, от 3 до 4 часов они горят. 3,5 часа плюс-минус полчаса. Действительно, очень долго горят. Я могла ее потушить, допустим, можно зажечь потом, и все хорошо было. Потому что иногда бывают такие свечки, что ее потушишь где-то на середине, потом поджигаешь, и на пару минут погорит, и все. Типа, пока!
общем, классные слички. Спасибо тебе, Лёля. У меня еще что-нибудь есть. А, да, у меня тут вот точно коробочка из-под мыла порванная, вот, которую я покупала на Ифраше. Тоже вот это лимитная новогодняя коллекция в этом году. До 06.22 бы оно шило, сделано во Франции. Такое отвратное мыло, не поверите. Эти 150 грамм, и у меня очень быстро полностью все растрескалось. Ну, как бы иногда мыло трескается, но форму держит. А тут оно как бы растрескалось, и в начале марта оно разломилось на все мелкие кусочки, как растрескалось. И просто ну нереально было им как-то пользоваться. У меня пара кусочков осталось, они у меня сейчас лежат, вот где эти маленькие кусочки сухого мыла лежат, когда-нибудь я его, может, постригу, сделаю залипушку или еще что-нибудь, засымырю как-нибудь. Аромат от коробочки есть, ну как бы тут миндаль, но оно между ванилью и непонятно чем пахло, какой-нибудь такой алкогольной ванилью даже, вот из коробочки пахнет. Не пенилась практически, я не знаю, как эти французы делают, вот 269 рублей за такое мыло, такого качества, это вот просто деньги на ветер, какая-то хрень. Это вообще дизлайк, это минус 10, наверное. Не советую, если вы вдруг еще хотите купить какое-нибудь мыло от Ифраше этой лимитной коллекции. Возможно, с елочкой мыло, оно действительно хорошее, я его еще не открывала. И буду надеяться, что так и есть. И, возможно, это чисто мне такой случайный брак попался. Но что-то как-то меня от Ифраше все больше разочаровывает. У меня закончилось, то совсем чуть-чуть оно не выкапывается. Я думаю, наверное, потом просто снять эту... вот эту фигнюшку и вылить. В последнее время я его капала в воду для мытья головы. Ну и предпоследний раз я вообще капала чисто в аромалампу пару раз. То у нас эфирное масло розы, натуральное масло, аптечное. Ну, в аптеке их часто продают, просто нигде не видела. Стоило 266 рублей, когда я его вообще покупала. Где-то, в общем, 2 года его назад покупала. Это у нас в декабре 2018 года оно рождено, 3 года срок годности, но вот оно уже закончилось практически. Отличное эфирное масло роза, 10 мл, это уже 3-й такой флакончик за мою жизнь. Один мне как-то дарила подруга, 2-й мне, скажем так, за услугу подарила одна знакомая, и вот я потом сама покупала. Классное эфирное масло роза. Ну и вообще, натуральное масло очень хорошая компания. И по ходу дела, это все пустые баночки марта. Будут следующий ролик уже пустые баночки еды. В общем, всем спасибо за просмотр, всем не чихать и не кашлять. Если вы соблюдаете какой-то режим, то соблюдайте его 100%, если боитесь заболеть, а вообще занимайтесь спортом. Блюдите гигиену, ну и как бы, что еще там вам пожелать? Будьте внимательны друг к другу. Короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока.